Ровно 25 лет Ибрагим Хазрат Абдрахимов работает имамом в селе Демино Пензенской области. За эти четверть века было сделано много. Построена мечеть, велась исламская просветительская деятельность, проводились общественные мероприятия, шло воспитание молодого поколения. В знак уважения к имаму 21 декабря мусульмане собрались для его чествования. Альхамдулилля, это колоссальный труд. Это одна четверть века служения в исламу. Это нелегко. Тем более 95-й год – это непростое время. Вообще после распада Советского Союза человек мог, альхамдулилля, создать умму, создать общество. По его инициативе была построена мечеть. Поздравить имама с юбилейной датой служения исламу в Деминскую мечеть пришли односельчане, единоверцы из соседних сел, имамы и меценаты. Среди почетных гостей были муфтии Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей, представитель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Ринат Хаджи Абузяров и заместитель муфтии Чеченской республики Ахмед Расуев. Все они выразили благодарность Ибрагим Хазрату за усердный и многолетний труд на ниве ислама. Высокую оценку деятельности имама дал и председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Наградит медалью мусульман России за духовное единение имама Хатыба соборной мечети села Демино Пензенской области Абдрахимова Ибрагима Муировича, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Кстати, шейх Равиль Гайнуддин посещал это село в 1997 году, когда состоялась церемония открытия Деминской мечети. К тому времени Ибрагим Хазрат уже 2 года был на посту имама. В это село он приехал в 1995 году из Ульяновской области, будучи совсем молодым. Он заботился о будущем села и нравственности его жителей. Здесь он регулярно занимался воспитанием подрастающего поколения, стараясь привить ему духовные ценности. Бик зур, конечно, минатризм калдымында яшлигем. Здесь прошла вся моя молодость. Работать имамом было непросто. Я не жалел ни своего времени, ни своего здоровья. Старался ради ислама, ради нашего народа. Я благодарю Аллаха за это. Спасибо всем, что отметили сегодня мою работу, мои старания. И для меня большая честь получить наградную медаль от шейха Равиля Гайнуддина. Спасибо. С первого дня работы в селе Демино Ибрагим Абдрахимов проявил себя как энергичный и активный человек. За его отзывчивость и внимание к людям он снискал всеобщее уважение и доверие к себе. Ни одно крупное мероприятие у нас в деревне не проходит без него. Он пользуется огромным уважением, и на каждом мероприятии мы его приглашаем принять участие. У меня он, я привез сейчас несколько газет районного масштаба, где о нем пишется. Его знает не только наша деревня, но и районное начальство, вплоть до руководства Ульяновска некоторые его знают. Так что это для нас очень уважаемый, почитаемый и надежда наша. Якшылык көрәте, дин көрәте. Обучает людей религии, добру, нравственности. Призывает нас к общению, дружеским отношениям. Очень хороший человек. Старается помогать людям, и мы вместе с ним. Жители татарского села Демино – открытые и гостеприимные люди. Здесь чтят национальные и духовные традиции. Поэтому все понимают важность работы имама Ибрагима Абдрахимова и всегда поддерживают его. После 25 лет работы Ибрагим Хазрат продолжает уверенно смотреть в будущее и надеется принести еще много пользы своему народу.